предупредить и пресечь. С такой целью в ночи с 24 по 25 июля сотрудники полиции провели в Копейске оперативно-профилактическое мероприятие. Участие приняли и представители администрации добровольной народной дружины. В результате проведения данных мероприятий сотрудниками полиции задержано 8 граждан за совершение преступлений. Выявлено 98 административных правонарушений, 34 из которых по линии безопасности дорожного движения. Сотрудниками полиции задержано 2 водителя, которые управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель управлял автотранспортом без прав. В нетрезвом виде жители города были не только за рулем, но и в общественных местах. Выявлено 34 гражданина за распитие спиртных напитков в общественных местах или за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, выявлено 9 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, а также 2 факта незаконной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. И даже это еще не все. В ночь с пятницы на субботу в 7 точках незаконно продавали алкоголь. Было изъято 730 литров. Кроме того, полиции отобрано 2 оружия для охоты.